wireless communication. А также технология умного чипа, беспроводная система беспроводной связи, подачи сигнала. So why would you want a certified product? И для чего нужна вообще в целом сертификация продукции? How does a consumer know the product they're buying actually works? Как потребитель может понять, что система очистки воды, которую он покупает, на самом деле работает? Water goes into a product, water comes out of the product, what happens in between? То есть вода поступает в систему очистки воды, выходит из нее, но что происходит между? Remember, most of the contaminants we can't see, smell, or taste. So how do you know? Помните, мы не можем ни увидеть, ни почуять большинство загрязняющих веществ. Поэтому откуда мы знаем, что они были удалены из воды? Many products, and including Amway, claim many things, but how do you know? Продукты многих компаний, в том числе Amway, заявляют о многом, о том, что они конкурентоспособны, производят чистую воду. Now, we partner with NSF International, the National Sanitation Foundation of America, known as NSF International. They have a certification that ranges from food to water, including very stringent water quality standards. Они выдают стандарты по качеству воды, пищи, и что касается воды, соответствие этим стандартам добиться очень непросто. They have been responsible for developing over 72 American national standards and is recognized by the American National Standards Institute. Данная организация разработала более 72 национальных стандартов США, и она признается Национальным институтом стандартов США. These are very important standards to learn. Это три очень важных стандарта, о которых вам необходимо помнить все время. Eastspring certified to all three standards. И Eastspring соответствует всем трем стандартам. 42 gives us the aesthetics of the water removes the odor and improves taste. Стандарт 42 гарантирует, что в процессе очистки и в ее результате происходит улучшение вкуса, запаха и внешнего вида воды. Standard 53 focuses on the health effect contaminants found in your water, and we have cleaned over 145 contaminants. Стандарт 53 гарантирует также, что происходит удаление более чем 145 загрязняющих веществ, такие как свинец и летучие органические соединения, которые могут представлять угрозу для человеческого организма. Then we added standard 55, which is bringing ultraviolet light disinfection to your water. Также стандарт 55, который доказывает, что благодаря ультрафиолетовой лампе происходит полное очистка воды от бактерий. So, with Amway doing over 30 years of water treatment, Amway занималась разработками системы очистки воды более чем в течение 30 лет. We have over 100 granted pending patents on this design. У нас есть более 100 патентов на данную технологию. We are qualified and certified under three NSF standards. Качество воды, прошедшей очистку Eastspring, соответствует трем стандартам NSF. It is a solution. It is the right solution for water for your home and family. И это является одним из лучших решений проблем в очистке воды, а также предоставление очистки воды здоровой, чистой и безопасной для вас и для вашей семьи. So your choice should be Eastspring. Поэтому вам следует выбрать Eastspring. Just to do a quick comparison of Eastspring to other technologies. Let's look at performance, health, and value. First, with performance. Eastspring
And reverse osmosis both demonstrate the ability to remove organics, inorganics, and microorganisms. Так, что касается эффективности системы очистки воды и спринт, а также системы обратного осмоса, они очень эффективны в удалении и очистке воды от болезнетворных веществ и микроорганизмов. While ultrafiltration is intended to reduce particulates, some cysts, and some bacteria. В то время как бытовые водоочистительные устройства, они выводят лишь часть таких вредных веществ, как часть слизи, часть водорослей, которые могут вступить из системы водопровода. Now for health, e-spring is different than reverse osmosis because we leave the beneficial minerals in the water. Так, если сравнивать по показателю здоровья, система очистки воды e-spring имеет преимущество над системой обратного осмоса, поскольку после очистки в нашей системе остаются полезные минеральные вещества. As does ultrafiltration. Как и бытовых водоочистительных устройств. And then we look at value. И ценность. RO will waste water. При очистке в системе обратного осмоса происходит сброс воды. Typical RO systems will 100% of water comes in, 25% comes out as treated. Обычно из 100% воды, которая поступает в систему обратного осмоса, на выходе вы получаете 25%. 75% воды идут на сброс. While the 75% goes down the drain. And ultrafiltration, same, it has no waste. Но бытовых водоочистительных устройств сброса нет. So when you look at those three areas and combine it all, there is only one solution. Поэтому, если сравнивать систему очистки воды по данным трем показателям, есть лишь только одно решение. And that solution is e-spring, you agree? Это e-spring, согласны? Yeah. Alright. Before you leave, we do have the expo downstairs. I think they're still handing these ecological water charts out. These are really good. If you have not picked these up, they're downstairs at the e-spring booth in the expo, so make sure you pick that up. Сейчас также идет экспо-выставка, где вы можете получить данные карточки. Там предоставлена очень полезная информация. Так что спуститесь вниз, вы можете получить экспо. And we'll be both down there after this session. И мы будем там после данного мастер-класса. So if you want to see us and ask other questions, feel free. Поэтому, если у вас еще остались какие-либо вопросы, то вы можете спуститься туда и спокойно их задавать. Мы предоставим вам все ответы. I'd like to bring back up to the podium here to close this out, so I want to first of all say thank you to everybody. Спасибо.